Привет, с вами Арти. Сегодня я расскажу вам о том, как правильно прокачивать стража и увеличить ему уровень. Для улучшения стража необходимо открыть вкладочку стража. И самое первое, что интересует игроков, это как повысить уровень. Уровень повышается при помощи крови Зевса, которую можно добыть за прохождение розыска стража. У меня на данный момент страж 10 уровня и страж 2 уровня. С каждым уровнем страж получает 6% от вашего хп, то есть от вашего здоровья, 6% от вашей магической и физической атаки, 5% от вашей защиты, магической и физической, а также плюс 20 единиц ко всем сопротивлениям. То есть уровень, боевой рейтинг стража зависит от силы вашего героя. Следующее, что герою можно улучшать качество вещей. Для этого необходимо открыть вкладочку «Взять». Здесь мы видим 4 вкладки: чары, тренировка, ковка и камни. Чары — это обычное зачарование вещи, доступные материалы можно приобрести за разные мероприятия в игре. Максимальный уровень зачарования у нас 9. Тренировка — это улучшение качества одежды. Улучшается качество при помощи пламени. Синее, золотое, зеленое, синее, фиолетовое пламя можно купить в магазине. Золотое можно приобрести по акциям и событиям. Возможно, есть еще и красное какое-то пламя, я не знаю, пламя ада, еще чего-то. Но, к сожалению, мы о нем не знаем, потому что на данный момент я пока не видела ни у одного из межсерверных топовых игроков красных вещей на страже, поэтому про это я умолчу. Любую вещь можно ковать, то есть увеличивать дополнительные характеристики, которые будут на вещи. То есть с каждым цветом будет становиться все больше характеристик. И, естественно, камни. Агаты добываются в игре очень просто. Их можно очень дешево покупать в тайной лавке. Их можно добывать путем розыска стража. Крафтить, конечно, точнее создавать, агаты я советую только, конечно же, во время разных ивентов, потому что вам будет возвращаться те же самые и агаты, и кровь. И само развитие персонажа будет намного быстрее. Следующая вкладочка — это у нас навыки. Навыки бывают активные и пассивные. Пассивные, как и вашим персонажам, работают постоянно. А активные — это боевые навыки, которые используются во время боя. Вот эти первые используют автоматически, которые как вы выставите, смотря от этого, как вы их поставите. И последние два с буковкой S — это так называемая ульта. Ее использует игрок самостоятельно, нажимая кнопочку Ctrl-Shift по пробуждению навыков стража. И, конечно же, герб. Герб — это аналог боевой защиты вашего героя. То есть тот же самый сопротивление и снижение сопротивления. Снижение сопротивления — это вот здесь прокачивается эссенция для снижения сопротивления, так и называется. Герб сам по себе увеличивает количество вот таких вот слотов. У меня 5 это максимальное количество, поэтому на данный момент герб мне поднимает только боевой рейтинг. Как сильно поднимает рейтинг, вы видите, он очень хорошо увеличивает решимость, которая влияет на стан. Так, слоты прокачиваются при помощи эссенции сопротивления стража. Можно менять в любой момент бесплатно, что как бы очень приятно, не так как у персонажа очень дорогая замена камней, то есть на любое сопротивление, которое вам необходимо. А также стражу можно поднять БР и повысить его силу путем привязки сильфа. То есть необходимо открыть вкладку сильфа, выбрать необходимого сильфа, например, вот этого, нажать кнопочку «Бой» и «Сопровождение стражем», после чего появится мечик. Будьте внимательны, что страж не входит в сильфа во время боя, зато страж использует свои вот эти такие вот навыки, то есть добавляет МДФ, например, моему стражу, и вот эти два умения использует. Ну, на этом все. С
вами была Лилия Арти, специально для РБК Геймс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также не забывайте вступать в группу ВКонтакте и выигрывать РБК монеты ежедневно. Пока-пока!